распаковываем упаковку. В комплект у нас входит два светильничка в одной коробочке, метиза для крепежа, перила, противоположная дуга для настила, три перекладины для того же настила и сами досочки. Начинаем сборку моста. Для этого к перилу с помощью перекладин прикручиваем вторую сторону настила. Берем вторую сторону настила и с помощью аналогичных болтов приворачиваем. Чтобы закрыть все отверстия в конструкции, чтобы не попадала вода и мостик не ржавел, предусмотрены пластиковые заглушки. Переворачиваем мостик и с помощью саморезов, которые идут в комплекте, приворачиваем деревянные досочки к основанию настила. С мостиком поставляются два светодиодных фонаря, которые очень легко вставляются.